Ну, руки, Почему у него конечно. руки такие тонкие и огромные ладони? Посмотри. Кстати, руки тоньше, чем у Ларки, посмотри. Woman moment. А зачем им такие большие ладошки? А это ты узнаешь ночью. Это экзекьюшенер. Палач? Да. О, моя преподавательница ИЗО. Привет. А зачем я с тобой рядом чинюсь? Вон же там еще один ген. Сиди, чини. Два сразу интереснее, чем один. Тебе показать, как работает сила трения? Выкладывать не планируем, я правильно понимаю, да? Да что ты меня грибал? Ой, а что я еще смехил, да что? Подожди, мне этот уборщик достает. Не ходить по помытому. Тропа ты вязань. По тропе помытый не ходить. Ну, тинкер что ли? Рано для тинкера. Тропа терзания, да. Да ёб твою мать. Фу, чё ты сожрал, Муни? Эй. А этот ген у нас не дает он учинить, да? Как знала, как знала. Будто бы он опять доебал. Он не пнул этот ген? Ты снимать что бежишь? Ты снимать бежишь? Да, нет. Да я не тебе. Не, я буду падать рядом с ней, как говорят. А ты вычинил эту лач? Блин, это лев. Ты же ушел от нее? Да. Топ. Эй, зачем убегаешь? Стой! Да стой! Да блин. Чё? Не пустой. Я далеко. Угу. Да, о, господи, что у тебя за перк такой? Почему я орнула? Ух, как террор пропал. Я не знаю, что такое? Что это такое? Где ком? Не знаю. Я переслушаю. Королюш, привет. Да, я. А, это его перк. Ручки связаны. Его же, да? А, когда выкидывал, так, так. Это хорошо, что я сняла второй раз. Это очень хорошо. У меня еще перк действовал. Так, она ваш дочинивает, да? Или она с нами? Нет, не с нами. Пора меня затонуть сейчас. Показывать. Ты видел? Да. Сейчас, подожди, подожди. Давай.
За мной. Чё он там делает с тотемом? Секс. С тотемом? Он показывает, как работает сила трения. Чё-то, мне кажется, большеватый будет размер для неё. Это же изошница, у меня там все раздроблено уже. А ё-моё. Да господи. Все кисти в ней бывали. Фу. Я богатая фантазия, я же все это еще представляю. У меня тоже богатая. Почему? Ярик. Он же не пинал Ген, да? Мать. А, ой, блядь! Валера! Чё? Иди снимай Ярика теперь. Нет, не снимай, он за мной. Ой, прям по это, по мокрому почти прошелся. Ох, ты чинишь мой ген. Я тоже с портфелем пришел. Ой, она наступила, да? А где она чинила этот вопрос? Где тоже нашел? В углу? В углу, в углу. В каком? Из четырех. Я понял, в каком. Да, куда он сейчас идет? Или она? Они. Они. Бля. Кто? Да где ходит-то? В другую сторону. Мы ему не интересно уже, все, он выбрал себя. Вкуснях. Вот так, если вы дочиниваете, надо смотреть. А, ну я прямо у ворот у одних. О, у него адрек. Yes, perfect. Дочиниваю ворота в углу. Ой, открываю ворота в углу. Давай. Давай чини. Аккуратно, может быть, к тебе. Она прям между двух ворот. Ну все, мои готовы. Понятно. Ну, а скорее к твоим ближе, слушай. Ну, уже, да. Накрыть? Накрыть? Кого накрыть? Ее. Где она? А вон она бежит, 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 эти деревья. Ой, бля! Ее накрыло. Я не успел. Я, наверное, сейчас снова правда сниму. Не снял? Знаешь, вообще буква юмора, да? Блять, а где она? А где она? Куда она выбежала? Да куда ты побежал? Бля, пиздец, куда нахуй побежал? Она бежит в твою ворот. Я пытаюсь. Давай, Ярик. Так, я за вами бегу. Что он может хрень свою завязать. Может. Он, кстати, этим и занимается. Все, хорош. Лох. Мистер Лох. А, он этого выполнял, да? Боже, как же мы ее закрывали, господи. И Валера, который я ушел. Да. Там сами, там со своими. Он тут два раза висел, в принципе, да. Куда тебе?